we run away. So let us up when we're low. Just chase the waves. We'll make it up as we go. Парк. Що ділим? Пропустить? Заходим в парк. Смотри, тут тоже перекапывают что-то. Новые дорожки. Новые дорожки, а где? Так, а что с ними не так, с этими дорожками? Я думала, они с земли насыпали, чтобы облагородить, что-то посадить, травы насадить. Или они тут собираются, может, площадку сделать какую-то, все полностью из плиты? Дополнительно так еще дорожки сделать. Потом люди находили, что вот это еще дорожки. Боже, смотри, как каштаны быстро. Недавно стояли голые деревья, а потом листочки быстро, сейчас уже и расцветать будет. Блин, я думала, тут такая красота, тут что-то они такое копают, рыскают. Видишь, какие-то еще какая-то, как будто будут трубы прокладывать, может, как воду будут подключать, чтобы ну, вот эта система подливная была для деревьев. Ага, вон дорожку, да, видишь, делают. Ой, там, где люди топтали. Да, конечно, если где люди натоптали, то будет скоро вообще сплошные дорожки. Ну просто. Да, вот тут же была дорога, так ходили. Ножка. Видишь, чтобы сразу тебе ага, и тут, и там. И смотри. Там только добежать, ну куда бежать, и так делать. А, ну чик, все правильно. Чик. Вот этот дом, что построили, где со стороны Тампера я показывала, вот этот дом, который окнам вид сюда, прямо на этот парк, на озеро. Не Тампера снимала, показывала. Какие вид у нас гарные. Это же груша, да, растет красиво так, цветет. Эти бордовые деревья, вон, так они нормально тоже выросли и цветут. Значит, плодоносит что-то оно должно. Так, работают. Вообще красота, смотри, какая огромнейшая елка. Вот эти вот мне елки всегда нравились. Они такие загадочные, а в вечернее время суток они выглядят как из фильмов ужасов. Как будто. Да, это шишечки. Ой, покрутилась, аж голова закрутилась. Как пахнет. Я что-то это только что сказала, они как фильмов ужасов. И когда... We make our way, turn what we see to memories. Don't be afraid, just break the chains of your feet. Через мостик пойдем или пойдем вокруг? Давай вот так вот обойдем. Шо? Он детская площадка, Рошеновская? Или какая? Детская площадь.
тоже новостроечки стоят. Смотри, вот эти ивы, которые мы ходили осенью, смотри, как их жестко обчекрыжили. Просто жестко. Вырастает, вырастает. Ну да, но все равно, насколько было красиво. Ива, какие стрёмные. Аварийные. Вот, а там, видишь, беседочки сделали, где можно приходить, делать костер с шашлыками, короче, все вот это. А вот это солнечные часы. 11:15. Десь так. Понял? Небо, смотри, с какими облаками красивыми. Как я люблю небо вообще. Просто смотришь на него и хочется улететь туда. Почему-то. Смотри, красивый этот дом со всех сторон причем. Когда ты по планировке галереи? Ты имеешь в виду нестандартные, не прямоугольные, как у всех? Или как? Непонятно. Страшный коридор. Лабиринты. За этим забором Мамаева Слобода, да? Вот. Платный парк Мамаева Слобода. Я ни разу не была. Уже опять поскрипел. Такой вот мостик тут. Выходишь. Такая грязная водичка. Ути плавает. Черепашка. Небо красиво отражается в воде. Очень часто в этом парке люди приезжают, снимают какие-то сюжеты для передач, для сериалов даже видели. И, естественно, свадьбы приезжают сюда, жених с невестой, фотографироваться. Действительно красивый парк. Сделали такую лазанку по деревьям. Прикольно. Всегда хотела на такой полазить. Жаба орёт.
Ты шо? Ты шо? Там, наверное, свадьба уже. Вот уже с этой стороны, где дом. Идем. Для них отдельно там вход. По ключику. С чужие не зайдут, не выйдут. Смотри, вот эту грушу яблоня тоже уже видишь. Мы еще фотографировались возле нее. Тут были еще ветки изогнуты в разные стороны. Интересное было дерево. И уже его тоже чекрыжат. Одну иву здоровую оставили. И то пиляли ветки. О, земля, чернозем. Надо? Давай, в сумке. Для вазончиков. У нас нет в кармане. Карманы. Травка зеленая-зеленая сейчас, видишь? Обережно клещи. Вот так. Вот это огромное дерево акация, да? Да. Где вот тропинки? Вот это туалет. Это здание. Все удобно очень. При входе-выходе в парк. Это интересное деревцо. Я даже не помню, что это. Их недавно посадили. Или вишня, или черешня. Какая-то ягода. Или яблоня. Туалет, наверное, сейчас закрыт. Вот эти интересные деревья. Заблудился? Можно выйти тут. Может, тут выйдем? Дорогу будем перебегать. А там что, не будем дорогу перебегать? Все, выходим с парка, с другой стороны немножко. И там вот центральный вход-выход. А тут через ворота вышли другие. Каштаны расцвели. Огромные каштаны. Там в парке, я помню, что и белые, и розовые были, да, каштаны? Сорви мне каштанчик, давай. Подпрыгни, вон ниже. То есть... Каштаны полностью расцвели. Кустики уже начали цвести. Вот эти деревья возле входа в парк тоже листочками покрываются. Уже каштаны полностью цветут. Чух-чух. Тюльпанчики отцвели уже. Раскопки продолжаются. Еще ничего не сделано. Вот эту штучку прикольную сделали для детей. В тенечке как раз. Они там лазят, прыгают. Смотри, вот тут уже аллейку сделали, да? В тот раз мы когда тут ходили, не было. Короче, вся рабочая сила сосредоточена здесь. И аллейки делают. Вон кладут. Да, нормально. Дом резко, дом.
класс. Кругом аллейки будут. Так, я хочу дойти до каштанов, где цветут розовые каштаны. Я ж помню, они тут должны быть. Вот белые каштанчики. На новой аллейке. Так это маленькие. А ты какие? Мы видели большие. Ну сейчас свернем туда, попробуем. Махонькие вижу. С квасом прикольно. Пиво. Ой, с кваса хочу. Хочу с кваса. Маленькие каштанчики. Розовые. Березы такие классные. Надо будет как-то посчитать, сколько видов тут деревьев. Она аллейка из елочек. Елка. Все, груши отцвели. Беленьким цветет эта рябина. Елочки понасаживаю. Все, смотри, надуло кресло. Притормалила и загорает. Шоу уже, давай. Загорает там. Вся. О, косят траву, видишь, этой штукой. И пахнет свежевыкошенной травой. Очень вкусно. Запах классный. Вот это, да, вот это осина. Это не береза, это осина. Это, наверное, елочки, которые в том году насадили. И они, некоторые из них уже доживают свои. О, смотри, гамак повесил себе. И все. Между деревьями. И вот елями. Ели такие классные. Вот люди выходят, расстилают покрывальца. Надо в ней какие-то матрасики. Все между деревьями и загорают. А что, ты думаешь, тут есть клещи? Да нет, я в это не верю. Их тут-то нет. Нет. Ой, с этой стороны. Прикольно, смотри, раз, гамак повесили. И балдеют там. Класс. Вы прямо целую площадку какую-то делают. Все работяги, труженики, туточки. Под дом. Блин, класс. Птица. Ой, это же пахнет зеленью, травой. Супер. Уже негры такие работают на палющем солнце. Наверное, какую-то площадку будут делать. А в Украине? Для мальчиков, ну, чтобы с мячиком гулять. Это что-то под наклоном оно. Уклон. Да все у них ровно, смотри. Они... Как, в каком месте ровно? У них там. Уровень есть? Да, с собой в кармане. Где-то тут второй выход есть из парка. Уже прошли? Ну, в общем, где-то тут выход из парка. Замечательно. Давай поближе посмотрим те беседки, которые сделали, где можно делать шашлыки. 500 гривен. Да-да. Да что просто... За что? Просто да. Чтобы со своим? Там... Ну, конечно, со своим. То есть даже ничего не дают за 500 гривен. Mm. Вот детская площадка Рошен. Кстати, на удивление, очень мало людей сегодня, да? Ой, смотри, а там и ели пожелтели. Часов ночи ели. Конечно. Высохли. Высохли. Ну, видишь, люди сидят там, что-то празднуют даже.
кто-то уже себе построил дом. Что? Да, я думаю, канализация опять где-то горячая вода прошла, и все, и сосны сдохли. Так и прямо там в том году только вроде поставили это. Умирают эти деревья, корни. Деревья и птички, и все остальные. Выдать себе доску со стороны почему-то. Так смотри, людей нормально, а ты расскажешь. Вот это бы сидели бы люди пожилые за 500 гривен. Столик. Можно раз в жизни гульнуть. Класс. Нет, ну смотри, как симпатично. Тем более они с кооперативчиком скинули все вместе и все. И веса. Прикольно, смотри. Ну дойдем уже до конца. Смотри. Класс. Так это запахи отсюда. Да, вот оттуда, то и то есть. Стали зонтики. А вот туалетная территория. Ты что, куда идем? Там ну, было бы здесь. Против солнца вообще ничего не видно. Вон паровозик едет. Там паровозик чух-чух-чух. Так что ты меня будешь? Сейчас вот так вот чух пойдем. А я что-то думала, что он сюда не едет. Этот какой-то меньше намного. Раньше ж побольше был. В общем, смотрите, кого интересует. Да, живущие на Отрадной и гости Отрадного. Здесь можно прийти со своей компанией с утра до вечера. Маленькие столики плюс мангал. Вот это маленькие беседки плюс мангал. Стоит 250 гривен за день. Те побольше с таким зонтиком. Плюс мангал 550 гривен. И есть один очень большой столик. Плюс мангал 850, по-моему, гривен. На территории есть туалет бесплатный. И можно приходить с компанией, сказали, что не важно, сколько людей. Вот. Надеюсь, вам видно. Дальше можно сюда приходить, отдыхать. Под деревьями, тень. Нормально. Такой участок. Вот как раз здесь проходим с краю небольшие эти беседки. И написано, что на территории ведется видеонаблюдение. Вы деревья посадили. Береза. Нет, это не береза. Не береза? Что? Нет. Кажется, что маленькая березка. Ну ты помнишь, как выглядит береза? Ну она просто еще не успела побелеть ничего. Нет, вспомни такое. Это береза. Мне кажется, на осину больше похоже. Не одно и то же. Проходим по такими елочками. Блин, мне нравится, что запах такой от деревьев вообще исходит замечательный. Да? Если бы еще до ума довели озеро, расчистили его там, сделали так, что можно было там плавать, купаться, даже бы сделали бы платный пляж, было бы вообще замечательно. То есть же здесь вообще, я ж о чем и говорю, если бы сделали так, чтобы можно было купаться. Да невозможно. Чтобы не было никаких палочек, херялочек. А так, чтобы можно было бы покупаться, сделали бы нормальный пляж, чё бы нет. У нас же тут рядом ничего нету. Дурбецик. Где каштаны? Вон каштаны розовые. Сейчас мы туда пойдем. Смотри, вот эти ивы, что постригли, сколько прошло, неделя или полторы, как мы тут последний раз были? Неделя назад. И смотри, они таки покрылись листвой чуть-чуть, обросли, что очень радует, потому что голые стволы как-то так несчастненько все выглядело, кустики посадили. В общем, что сделали за неделю? Кусты, да, посадили. Я видела в комментариях на Фейсбуке писали, что вот все сейчас наблюдают
за тем, что происходит, да, и пишут, что сделают, сейчас облагородят, и будет парк платный. Может быть такое? Вот. Это вообще навряд. Розовые. Такого быть не может. Розовые каштаны. Все сегодня, он будет платный. Ну кто-то ж должен это все оплачивать. Как это кто? А налоги это все не оплачивают? С бюджета выделяются. Так что, все я налоги, которые выделяются с бюджета, они идут сюда в парк? Одни из финансовых. А убирать по территории? Чё ж они там не убирают? Наверное... Тебя под домом не убирают, а ты платишь за это непонятно за что. Смотри. Какой красивый розовый каштан. Забиваем. Он поливает. Понятно. Придумали платно. Не, ну все-таки. Или, или возле аллеек этих будут садить тоже вот эти вот кустики. Поэтому их повырывали тут такие траншеи. Может для того, чтобы их посадить. Же озеро зарастает. Озеро, уже вороны купались. На мостик не пойдем сегодня. Не Маша дивитесь. Как нам сказали. Вот вот эти вот эти классные деревья с шапочками. Я поняла из первого раза, что это клен. Подходи, начинай его кусать и пикли новый сад. Сцепиться за столб дерева и всосать кленовый сироп с дерева. Да? Ну, смотри, как прикольно с шапочками, вообще здорово. Можно, кстати, и бесплатно прийти, разложиться. Конечно. Делать шашлык-машлык. Шашлыки? С компашкой. А потом в озеро прямо кон. Ты кто вас снимает? Надо очень. Так а чё бы нет? Ну почему тут не сделать, почистить воду, добавить воды и пляж? Лёша, люди делают. Это надо её всю высмоктать. Высмоктать. Забетонировать это и залить. Сделать огромный большой бассейн. Открыть. Вот с той стороны, смотрите, первые стоят каштаны. Красиво. Ой, но все равно... Какое бы это озеро грязное, не грязное было, все равно вода и запах воды идет свежести. Там в домике черепашка. Руки дрожат. Смотри, пух летит как снег. А то вода пенится или то пух? Пух. Вон там видно, стрижи купаются. Чиграчи, чешу. Драчи купаются. Поднимаемся по ступенечкам. Классно, свежей травой, водой, деревьями пахнет. Вообще замечательно. Все. Круг почета сделали. Возвращаемся к выходу. Вот так вот выход выглядит. Вы видите, как раз напротив кинотеатра там порастает. Короче, хлопцы, рубить давай, а ты поспишь уже. Побачит эту красоту. Heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true.